Чисто там, где не мусорят, Госэдемтехнадзор совместно с административной комиссией Щелковского района, городскими депутатами и членами общественной палаты проверил наличие договоров с мусоровывозящими компаниями у предпринимателей в Щелкове 7. От жителей микрорайона не раз поступали жалобы. Некоторые недобросовестные предприниматели выбрасывают мусор в неположенных местах, оставляют ТБО на ближайших контейнерных площадках для многоквартирных домов, словом, не соблюдают закон Московской области. К сожалению, рейд на пересечении улиц 60 лет Октября и Неделина показал, на руках договора на вывоз мусора не оказалось практически ни у кого из списка проверенных торговых точек. В Москве у нас сейчас задействованы вообще очень большие силы для профилактики соблюдения чистоты, порядка и соблюдения закона о благоустройстве Московской области. В Щелковском районе у нас еженедельно проводятся выездные мероприятия по пресечению незаконных выбросов мусора, по проверке договоров на вывоз мусора у юридических лиц, у физических лиц. И вот мы считаем, что сегодняшнее наше выездное мероприятие административной комиссии совместно и с Госэдемтехнадзором, и с общественной палатой района, и с представителями депутатского корпуса – это образец, положительный пример вот такой совместной работы. Жители обращались и ко мне лично, и обращались в администрацию Щелковского муниципального района. И вот совместно мы решили провести данный рейд на установление фактов о заключении договора на вывоз мусора, потому что у нас есть и уже ловили не раз недобросовестных предпринимателей, которые выбрасывают свой мусор от коммерческой своей деятельности, выбрасывают на общегородские площадки ТБО. Всем предпринимателям, у кого не оказалось договоров с мусоровывозящими компаниями, были выписаны в соответствующие постановления. В назначенный срок владельцы торговых объектов обязаны предоставить документы, иначе не избежать штрафа, а это от 5 до 300 тысяч рублей, в зависимости от формы собственности. Выявлены случаи, когда некоторые недобросовестные предприниматели, которые в данный момент не представили договор на вывоз мусора. Они были вызваны к нам в отдел для дальнейшего разбирательства. Порядок должен быть во всем. Сегодня раз наказали, предупредили, и в следующий раз он уже подумает, нарушать ему этот закон о соблюдении благоустройства на территории Московской области, либо нет. Поэтому, да, я считаю продуктивный сегодняшний выезд. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».